кое-какими частностями пренебречь, то не сможем юбиляром мы не гордиться. Лучезарная улыбка, донецкая речь, волосатая спина и, пардон, ягодицы. Кто на борса взглянет из мужчин и дам, начинают их сердца блаженно ёкать. Жан не может охватить, он всех женщин сам. Мужики сгрызают ногти под самый локоть. Мы увязли в твоем сиропе, ты не выбраться нам уже. Тонкий шар и обширный опыт, рваная рана в нашей душе. Ты увяз, как пчела в сиропе, ты не выбраться нам уже. Тонкий шар и обширный опыт, рваная рана в нашей душе. Посреди же детских смутных, как лютик засох, ты б судьбой был бы загнан, как борзая, если б только не провел незабвенных часов, созерцая этих дам и осязая, и, возможно, в мятежном нашем мозгу нам была бы жизнь без борца как-то проще. Но теперь уже и сам я понять не могу, как милей ты нам на вид или на ощупь. Ты увяз, как пчела в сиропе, уже. Тонкий шрам на любимой попы, рваная рана в нашей душе. Да-да-да, и не выбраться тебе уже. Ой, не выбраться. Рваная рана в твоей душе. Если б можно было в жизнь нам сначала начать, если б можно было заново родиться, мы бы снова с тем к тебе прибежали опять, в КВН бы окунулись аж по ягодице, и пускай без умолку мы все кричим, что высокий идеал давно развенчан. Игорь Борц и КВН в сердце грубых мужчин, Игорь Борц и Стэм во вздохах нежных женщин. Игорь Борц и Стэм во вздохах нежных женщин. Ай-яй-яй.